Всем доброе утро, кто зашел на мой канал и смотрит мои видео. Всем здравствуйте. Мои 6 соток, я всегда сюда хожу за семенами, а вот ехала пока, так и не вспомнила название цветов, которые я хочу купить. Вот они, семена Эустома. Уже спускаясь, в конце вспомнила название. Эустома, она... типа розочек такие. Такие они милые, сидят, когда в горшках, красиво. Если два цвета, вообще обалдеть. Но я взяла только пока лайм и желтую. Синих не было, потому что я хочу, чтобы это были высокие. Вот здесь 75-100 сантиметров. Вот здесь 80-100. Низкий я не очень хочу. Я хочу, вот, чтобы как бы срезочный. Ну, цену вы видите. Пишут на конвертиках. Ну, можно было, конечно, и стой писать цену. Ну, в общем, семена купила. Едем дальше. Хочу вам показать свою красотку. Бегонию, которую я сама начеренковала. Покупала я на рынке у нас уже цветущую. Она у меня зиму простояла. Я зимой, весной, уже ближе к весне, череночки начеренковала лезвием. И вот посадила, и у меня бегония зацвела. Шардоне называется бегония. Мне она очень нравится. Но у меня это первый опыт черенкования бегонии.